Всем доброго здоровья! Сегодня у нас небольшое путешествие. Мы собрались... За машиной. Пешком до соседней деревни. Первый раз за все это время, значит, фермер наш пробил дорогу до трассы. Время март, вот весьма необычное, и мы сейчас привезем машину, в общем, приедем. С Богом! Пока-пока. Провожайте нас. Но не скучайте. Сено у вас есть. Все нормально будет. Вернемся с Божьей помощью. Солнце встало. И куржак. Алексей взял посох отбиваться от волков. Ну, вроде как, пока их не видали в наших краях. Слава Богу. Да. О, дома печечка у нас дымится. Все, первое наше препятствие. Ну что? Красиво. Надеюсь, мы не провалимся. Все прямо прошу? Да, трескается под ногами. Что, как на Байкале? Ага, что-то есть, как байкальское. Правда, глубина не такая, ну и хорошо. Это не ты роешь, это бобры роют все-таки. А я думаю, это ты палочкой шрудишь. Ты палочкой ковыряешь, да? Делать нечего. Видишь, вон течет. Ну, вижу. То есть это вот сейчас пока немножко, вон течет. Тут, похоже, сильно, наверное. И, наверное, все это, наверное, вырвет. Наверное. Ну, посмотрим. Вот так, это второй мостик. Где
где мы на коньках катались. Идем мы где-то 1:10. Это уже подходим практически к селу Рывки. Тут так уже лесок. Видать, какое-то озерцо вот так, видать, туда уходит. А, да. Ну вот и озерцо. Вот, да, вот есть карманчики такие. Да, так что вот, приезжайте к нам в Потеряевку. У нас такие места красивые. Будете жить, гулять также. По морозу, да? Ну что, вот прямо как по бездне стопами. Сегодня легкий морозец, хороший такой, ядреный. Имею в виду, что никуда не проваливаемся, идем как будто, и ни ветра, ничего нету, как бывает в наших степях. В общем, слава богу, прям прекрасно. Да? Да, идем по озеру, самое главное не тонуть. Ну что, пришли мы на Урывки, всего за 1.5 часа хода. Хорошая погодка. А вот видим сзади интересный сарай такой. Хорошее произведение искусства. Ну, ангар вот сделанный. Каркасный. Вот такие тут построечки. Так что пешком ходить, долго жить. Итак, впервые в жизни Потеряевки появилась в марте дорога. Сейчас посмотрим, по крайней мере, это начало. Насколько она там появилась, да? Едем как Моисей по двух сторону, по две стороны вода замерзшая. Ну, что, вы счастливы? Да, благодаря нашему фермеру Игорю Александровичу. Вот, получилась такая дорога. Сейчас посмотрим, что там дальше. Вот, конечно, когда сильно растает, тут будет не очень, вот, но, по крайней мере, какой-то период можно будет поездить. Ну, сейчас, в принципе, период такой весенний, слякоть. И мы первый раз в жизни, так скажем, за 8 лет жизни, вот в месяце марте, едем на машине в деревню. Это событие. Историческое событие. Сегодня утром был мороз, минус 14, да? Да. Поэтому такое... Подмерзшее довольно все. Было лучше, а сейчас уже вот подкисло. Солнышко вышло сегодня. И вот так вот. Пока едем дальше. Ну, ее бы как минимум бы всю бы сделать каменную. Ну, чтобы, знаешь, вообще тебе никакой дождь там. Ну, не только ее, а вот ну, до нас как бы. А так вообще-то, конечно, и здесь бы надо приподнять побольше. И, ну, и там дальше бы. Да, только бы не попасться никому. Ну и разъехаться здесь еще ладно, а там дальше я вообще не знаю. Ну, пока в целом более-менее. В общем и целом, да. Наши местные достопримечательности. Так, это дорога по полю. Мы еще не доехали до ЖД переезда. Вот, получается, рядом след он чистил до этого. Вот, а уже как бы второй раз уже не чистят, уже как бы невозможно. Поэтому вот новую дорогу пробили. Да? А почему второй раз не чистят? Ну, потому что все как бы там уже вот уплотняется. Уже, да, уже это не сделаешь. Грязюшка. Грязная, конечно же. Грязюшка помаленьку. Ну вот и наша потерявшаяся Потеряевка. В степи Алтайской. Слава богу, доехали. До дома добрались. Ну, у фермера машину свою поставили. Мы тут до дома прям не доедем. Проваливаться будет машина. Вот, а тут уже канавка у нас для водички.
Весна красна.